Добрый день! Хотел бы вам продемонстрировать инкубатор, сделанный своими руками, с полистирола, размером примерно 55 на 55. У меня было три листа, я просто их порезал напополам, и получился вот такой инкубатор. Сверху у нас находится крышка, посередине лючок, через который можно наблюдать за происходящим внутри. Вот. Тут стеклышко. Как вы видите, внутри ячейки из переворотного механизма. Судочки с водой и система нагрева. Сейчас покажем, что внутри. Откроем крышку инкубатора. Тут стеклышко, прикрученное на саморезы. Полистирол крепкий, его можно крутить саморезами и хорошо держится. Внутри у нас находится переворотная площадка, качелька, так называемая. Привод из CD-ROM. Сейчас для образца вставил я пару перепелиных яиц обычных, чтобы продемонстрировать, как это все работает. Вот так. Яйца у нас переворачиваются. Стоят концевики, которые ограничивают движение. Судочки с водой. Тут у нас такая вентиляционная шахта. Стоит два кулера. Один работает от сети, другой работает от автономки. И лампочки нагрева. Это панелька, сделанная с какого-то электрического ящичка пластикового, под проводку рассчитанного. Сделал панельку из ДВП, заламинировал, дырочки посверлил, платки поприкручивал, два реле, реле температуры, реле переворотного механизма, два индикатора, чтобы знать, в каком положении находятся яйца, право, лево. Посередине индикаторов реостат для управления скорости переворота яиц. Снизу реостат для управления кулером, больше-меньше. Вольтметр для того, чтобы знать, насколько заряжен аккумулятор. Верхний тумблер отключает у нас переворотный механизм для того, чтобы можно было его изъять. Нижний тумблер отключает питание у нас. И у нас, когда пропадает сеть, все переходит в автономный режим от аккумулятора. Вот верхний кулер запустился, нижний остановился. Сейчас сеть появилась, все переключилось. Сеть пропала, пошла работа с аккумулятора. Снизу под панелькой у нас стоит реле, переключающее на автономку. Аккумулятор автомобильный, 60-ка, зарядное устройство. Внутри шлангочка, снаружи заходящая, в которой можно заливать воду в судочек, не открывая инкубатора. Тут у нас, где подсветка, стоят сеточки, чтобы цыплята туда не забежали и не пекли себя. Вот такой у нас инкубатор. Электронику собирал сам, делал реле для переворотного механизма, перемену тока. Так что смотрите, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, как сделать переворотный механизм, я отвечу. Все, пока-пока.